Книга «Открытым оком», тема «Богослужение», пятый том, вопрос 1421. Для кого мы должны говорить «Аминь»? Для себя ли, для Бога ли или для ближнего? Если для себя, то говорить вслух не обязательно. Я и так знаю, что молитва уже закончена. Если для Бога, то Бог и без этого знает мои помыслы. Или для ближнего. Тогда остается этот единственный вариант. Так ли это? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Будем считать, что вы путем рассуждения дошли до ответа сами. 1 Коринфянам, 14 глава, 16 стих. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Слово «Аминь» означает «Истина да будет так». Это мы говорим и для себя, в утверждение сказанному, и для Бога, подтверждаем, что мы не придумали, ставим печать нашу на всю молитву, и для ближнего, чтобы усилить общим «Аминь» нашу молитву. Матфея 18:20. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Матфея 18:19. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного.